Всем привет! Снова из Рима. Только что я вышел из Ватикана и плавно перешел к этому интересному сооружению. Это замок Святого Ангела. Когда-то этот замок служил мавзолеем одному местному императору. Затем здесь была оборонительная крепость. А сейчас здесь интересный музей с очень прикольным обзором на город. И, собственно, туда я хочу сейчас попасть. Поехали! Зашел я вовнутрь, заранее ничего не бронировал. Билет мне стоил 12 евро, без особых очередей. Пока что ничего примечательного, как будто бы типичная улочка где-нибудь в центре Рима. Именно так выглядело это сооружение, когда оно являлось мавзолеем императора. Если честно, шагая здесь по кругу и осматривая город, я получаю больше удовольствия, чем тогда, когда я это делал на куполе в соборе Святого Петра, потому что там эта решетка загораживает и перебивает весь кайф. А здесь, пожалуйста, вот такой обзор. Это я понимаю, смотровая площадка на открытом воздухе, много пространства. Ну что, вышел я с замка Ангела, сейчас вот иду по мосту Святого Ангела. Ребята тут продают сумочки женские. На каждом шагу красота. Мне замок очень понравился. Он такой не напрягает. Hello. Where are you going from? How are you? Одна из самых красивейших площадей в Риме. Вот посередине фонтан четырех рек. Здесь множество художников, музыкантов, которые создают атмосферу этой площади. И также по периметру много кафешек. Thank you.
что, прежде чем стемнеет, я решил посетить очередную пиаццу, очередную площадь в Риме. Как всегда, очень атмосферно, как и в любой знаковой площади Рима. Где здесь на углу один ресторанчик. Вот такую порцию мне порекомендовали. Называется трипа. Сейчас попробуем, что это такое. Но выглядит очень аппетитно. Еще каких-то кусочков чего-то мясного бы не помешало бы сюда добавить. Ну так, в принципе, неплохо. Окей, я, конечно, не силен в этих вещах, но решил ради эксперимента взять такие вот жвачки. Здесь вот ублюдок Эскобар и волшебные жвачки. Говорят, что можно с собой в самолет брать. Честно сказать, я начинаю влюбляться в эти узкие улочки Рима. Кстати, жвачка пока еще не вставляет. По крайней мере, мне так кажется.